Здравствуйте. 17:00 в Киеве, 17:00 в Вильнюсе, 17:00 в Москве. Война продолжается. Неделя выдалась очень активная, и сейчас мы с Олегом Ждановым, генерального штаба полковником в запасе, разберем по дням, как именно прожила страна Украина, в первую очередь, прошедшую неделю. Олег, добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. В чем сила? Сила в знании. А готовы ли российские солдаты умирать за украинскую землю? Оказалось, что нет. Они бросали всю технику и вооружение и уезжали, отбирали у местных велосипеды. У нас, кстати, новый мем. В Харьковской области открылся российский ленд-лиз. Командиры, опять же, среднего звена ищут контакты с спецслужбами Украины для того, чтобы обговорить условия сдачи в плен. Ядерная кнопка остается блефом. Очень динамично развивались события, и нужно уточнить, какие именно действия и победы были в каждый отдельный день прожитой недели. Ну, скажу так, что эта неделя кардинально отличается от хода всей военной кампании, начиная с 24 февраля. Чем она отличается? Тем, что Украина, начав контрнаступательные действия, перешла в контрнаступление в оперативном масштабе и на целом оперативном направлении. А именно этим направлением стало Харьковское направление. Сразу скажу, что операция относится к разряду, на мой взгляд, к разряду уникальных. Почему? Потому что мы поломали каноны наступления. Если, допустим, во Вторую мировую там должно было быть соотношение 3 к 1, 5 или 5 к 1 в пользу наступающей стороны, в войне за Нагорный Карабах соотношение было 1 к 1, то на Харьковском направлении соотношение было, наверное, примерно 1 к 2, а может быть даже 1 к 3. То есть мы наступали намного кратно меньшими силами, чем оборонялись российские войска. Также на этой неделе мы имеем, или что произошло. В ночь на 7 сентября несколько бригад вооруженных сил Украины начали наступление в направлении Вербовка-Балаклея и Волчий Яр-Волхов-Яр. В течение 12 часов наступление началось примерно около полуночи. Через 12 к полудню первых суток глубина прорыва была до 20 километров, и ширина плацдарма прорыва тоже была расширена до 20 километров. К полудню был взят Волхов Яр. К концу первых суток прорыв был расширен до 30 километров шириной, и мы вышли на рубеж восточнее Волхов Яр, восточная окраина Балаклея. Это итог первых суток к исходу 7 сентября. На вторые сутки наступление продолжилось в направлении Шевченково, и к концу суток вооруженные силы Украины выходят на рубеж Гетьмановка, Боровская, Воловская, Балаклея, Кравцевка, Бригадировка. Глубина вклинения к концу вторых суток составляет более 40 километров. Третьи сутки, 9 сентября, к середине третьих суток вооруженные силы Украины вышли на речку Оскол в районе города Купянск. Это глубина вклинения в оборону противника составила уже 60 километров. И к исходу третьих суток начали продвижение на юго-запад в направлении населенного пункта Изюм. Четвертые сутки, 10 сентября, к середине суток вооруженные силы Украины выходят на окраины Изюма. И к концу четвертых суток, то есть к концу 10 сентября, на востоке полностью выходят на правый берег реки Оскол от Купянска до Святогорска. На востоке и на севере с рубежа Печенеги-Купянск развивает успех до рубежа Старый Салтов Красная Волна. То есть на четвертые сутки начинается еще параллельно наступление на северо-восток от города Купянска. И пятые сутки, в принципе, практически можно сказать итог вот этого контрнаступления или его заключительная часть,
11 сентября одновременно начинается наступление на востоке от города Харькова, это на Казачью Лопань и Малые Проходы, в направлении государственной границы, а также в направлении Волчанск, Варваровка, Милове, Каменка, тоже в направлении государственной границы, с выходом на границу к исходу суток. К исходу пятых суток по всей восточной линии границы в Харьковской области, ну, практически до границы с Луганской, до стыка с границей Луганской области административной, наши войска выходят на государственную границу. Ну и вчерашний день, шестые сутки, это 12 сентября, закончились тем, что был освобожден город Святогорск, захвачен плацдарм на левом берегу речки Оскол, это в районах Боровая, Кившаровка, и продолжается наступление в направлении города Лиман. Вот такие вот 5 суток полноценных, площадь освобожденной территории составляет порядка 6 тысяч квадратных километров. Это по заявлению, это по официальной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины на сегодняшний день. И еще хочу уточнить, что сначала говорили, что там якобы оборонялись ополченцы из так называемых первого армейского корпуса ДНР, самопровозглашенной республики. Но хочу уточнить, наша разведка говорит, что там оборону держал 11-й корпус Западного военного округа. Это, кстати, хочу обратить внимание, это тот самый округ, который стоит на передовом рубеже Российской Федерации, тот, который должен, по идее, был встречать НАТО или пугать НАТО своим наступлением. Так что вот такая вот на харьковском направлении обстановка сложилась к исходу шестых суток. То есть 6 дней длилось контрнаступление вооруженных сил Украины. Сегодня сказать, что оно полностью затихло, нельзя, потому что активные боевые действия продолжаются. Можно добавить сюда немного инсайдерской информации. Вот то, что я зачитал, это официальная информация, которая подтверждена Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. А по инсайдерской информации, есть еще активные боевые действия в районе Северодонецка и в районе Лимана. Вот. Кто там воюет, кто ведет боевые действия, пока что достоверной информации нет. Ждем подтверждения со стороны наших официальных источников. Олег, почему так получилось, что практически целых 6 дней вооруженные силы России не могли остановить контрнаступление? Обессилили, разучились воевать или все геройски погибли? Что случилось-то? И то, и другое, и третье. Смотрите, и еще четвертое добавлю. Дело в том, что они не собирались обороняться. Тактика действий российских войск говорит о том, что они собирались продолжать наступление. Они не сели в глухую оборону и не стали ее глубоко эшелонировать. Они не стали в тылу, в оперативном тылу создавать опорные очаги обороны. Я так понимаю, что они готовились к продолжению наступления. Просто ждали, когда либо придут резервы, либо когда будет отдан приказ продолжить наступление. Это первое. Второе, то, что мы спровоцировали, вот эту, мы с вами обговаривали игру генеральных штабов, когда российский генеральный штаб поверил в то, что главный удар будет на южно-бугском направлении и осуществил масштабную перегруппировку войск с переброской основных сил на южно-бугское направление. Ну и скажу так, что вот тут мы за эти 5 дней мы получили ответ на главный вопрос, который ставили сами себе еще с самого начала войны. А готовы ли российские солдаты умирать за украинскую землю? Этот вопрос тогда впервые возник на Херсонском направлении. Вот. И оказалось, что нет, они не готовы умирать за украинскую землю. Они просто бросали скорость отступления в некоторых местах. Ну, я бы, наверное, сказал, даже не отступление, бегство. Мы не смогли окружить более-менее значительной численности российских войск. Они бросали всю технику и вооружение и уезжали на грузовых машинах. Они самые скоростные,
Ну вот, они грузились просто в грузовики и уезжали. Отбирали, даже были и прецеденты, отбирали у местных велосипеды. Причем волна обвала вот обороны, вот в израильской армии есть такое выражение «каскадный обвал обороны», когда все последующие рубежи обваливаются, ну, будем говорить так, практически в автоматическом режиме или по эффекту домино. Так вот, здесь произошла паника по эффекту домино, и если посмотреть по карте, где город Купянск, где город, допустим, Сватово, это уже Луганская область, оттуда вышел российский гарнизон. На третьи сутки, значит, когда наши войска подошли к Купянску, гарнизон, российский гарнизон в городе Сватово свернул, снялся и ушел в сторону станицы Луганской, в сторону границы Российской Федерации. За ними потянулись колонны коллаборантов, которые тоже собираются пересечь границу Российской Федерации. В Старобельске, это еще 50 километров от Сватова в сторону Луганска, там та же самая картина, там тоже пакуют вещи. Кстати, в Сватово, по данным наших местных жителей, российские военные отобрали у местных порядка 20 автомобилей, частных автомобилей, для того, чтобы просто добраться до государственной границы Российской Федерации. Вот поэтому совокупность вот этих факторов, она послужила вот этому эффекту домино по каскадному обвалу обороны и бегству, фактически бегству российских войск. У нас, кстати, новый мем в вооруженных силах Украины, что в Харьковской области открылся российский ленд-лиз. Мы получили столько техники и столько боеприпасов, топлива на тех складах, которые не уничтожены были и мы захватили. Так что можно сказать, что это очень хорошее подспорье в плане вооружения. А битва за Волчанск, она ведь тоже, по идее, примечательная. Да, это тоже. Ну, вообще, вот это я почему сказал в самом начале, что это, скорее всего, войдет в учебники тактики и оперативного искусства. Битва за Волчанск вообще ознаменовалась тем, что, ну, информация, конечно, инсайдерская, не подтвержденная официальными властями пока, но по сообщению местных партизан говорят, что порядка 37 военнослужащих российских войск вышли на окраину Волчанска для того, чтобы встретить представителей вооруженных сил Украины и обговорить с ними условия оставления города. Город Волчанск практически был взят без боя. Мы дали возможность выйти российским войскам и зашли в город фактически без потерь и без огневого воздействия. А Изюм и вот события вокруг Изюма, они тоже просятся в учебник? Ну, там тоже, там было на станции, в районе железнодорожной станции в городе Изюме, там есть рынок городской, я так понимаю, самый известный. Так вот, на городском рынке тоже стояли представители российского командования, ну, российских войск, вот так, мы не знаем, кто конкретно стоял, рядовые солдаты или офицеры. Но они стояли с белым флагом, тоже пытались договориться об условиях выхода гарнизона из города Изюма. Но я вам скажу, что в Изюме, под Изюмом мы собрали очень большое количество техники. Причем техника вся исправная, с боекомплектом. В Балаклее вообще там арсенал почти... Они почти заполнили тот арсенал, который там находится на окраине города. Который, кстати, дважды горел до 2022 года. И когда его захватили российские войска, то там практически ничего не было. Он заполнен довольно хорошо, заполнен боеприпасами всех типов, начиная от автоматных патронов, заканчивая снарядами, артиллерийским системам. Ну, в большинстве случаев, вот после прорыва первой линии обороны, в дальнейшем были только подавление очагов сопротивления. Российские войска либо отступали, причем с очень большой скоростью, либо еще, кстати, применялся интересный такой момент. Наши войска давали шанс отойти или сдаться без боя. И первый залп, встречая подразделения российской армии, первый залп давали агитационным снарядом, в котором были листовки с предложением сдаться. Если
ответа не поступало, то следующий залп уже был осколочно-фугасными снарядами, и дальше начиналась ликвидация этой группировки. Что касается резервов, то скажу так, еще хочу добавить, что вот то, что я сказал в самом начале, что мы наступали меньшими силами, кратно меньшими силами. При этом в первые 3 дня, даже первые 2 суток на начало наступления, контрнаступления вооруженных сил Украины, российская авиация имела преимущество в воздухе. Российская авиация постоянно летала, единственная стала проблемой, они уже к исходу первых суток не знали, где бомбить. Связь оказалась провалена, и российская авиация не могла распознать свои войска, где вооруженные силы Украины. А наши вооруженные силы применяли тактику малых групп и скоплений, по которым бы могла эффективно нанести авиация удары, осуществить было невозможно. А уже на 3-й сутки российская авиация уменьшила свои полеты, боевые вылеты, и дальше начала работать наша авиация. И вот тут мы встретили те колонны войск, которые пытались бросить в качестве резерва для того, чтобы попытаться остановить наши войска. И практически даже встретили части и подразделения 3-го механизированного корпуса, вот этого резервного, которые с донецкого направления пытались зайти в Харьковскую область, чтобы воспрепятствовать продвижению наших войск. Все колонны были уничтожены либо огнем артиллерии, либо огнем нашей авиации. Кстати, даже российская сторона, российские паблики отмечают устойчивость связи и быстроту реакции как авиации воздушных сил Украины, так и артиллерии, которая поддерживала мотопехотные подразделения. Устойчивая связь и быстрота реакции наших огневых средств. Это было отмечено даже российской стороной. И все равно остается вопрос, в чем сила? Как получилось так, что вас меньше, а вы такую панику устроили и такой разгром вооруженных сил России? Сила в знании. Тут так, эта истина проявилась, на мой взгляд, больше всего. Воюет не числом, воюет умением. И мы показали свое умение. В отличие от... Видите, многие эксперты сходятся к тому, что российская армия на сегодняшний день, она необучаемая. Для того, чтобы начать лавировать в методиках организации ведения боевых действий, надо сломать вот эту систему, административно-командную систему, которая выстроена в российской армии, и тогда она может быть станет гибкой и сможет применять другие методики. Им нужен фронт, им нужен противник, им нужно направление главного удара и нужна бронированный кулак, который этот удар будет осуществлять. Когда идет применение, допустим, тактики высокого маневра и большого рассредоточения сил на широком фронте, они не понимают, что происходит. И отсюда возникает паника и хаос, потому что только что стреляли спереди, уже стреляют сзади, потом стреляют справа или слева. И где враг, куда бежать, что делать, вот это вызывает хаос и панику, естественно, бросает все, и для того, чтобы срабатывать инстинкт самосохранения, и они стараются уйти из зоны поражения максимально быстро. Вот, в принципе, в чем и проблема. Ну, армия — зеркало государства. Что построено в государстве, диктатура, то же самое построено и в армии. Тот же самый принцип. Но мы видим, что на Харьковском направлении российская армия разбита и бежит. С большим трудом ей удалось закрепиться хоть на каких-то опорных точках на 6-й день, а тем не менее российская армия под Донецком все-таки сохраняет боеспособность и активно пытается атаковать. То есть здесь картина иная. Почему? Полная противоположность, да, вы абсолютно правы. Там на Донецком направлении у нас довольно большие проблемы в плане, мы сдерживаем оборону, держим оборонительные рубежи, и российская армия атакует. Почему? Потому что там воюют наемники.
Там, вот согласно данным института, Американского института изучения войны, там основной костяк до 80% составляет частные военные компании. Это на всем от Сиверска до Авдеевки, вот это на этом рубеже в основном частные военные компании. А наемники, они же не могут, видите, контрактники могут, нет юридического основания для того, чтобы привлечь к ответственности контрактника, который отказывается от участия в боевых действиях. Специальная военная операция предусматривает исключительно добровольное участие или участие на добровольной основе. А контрактник, он подписал контракт с частной компанией, которая платит ему деньги, и если он отказывается выполнять условия контракта, то в лучшем случае с него потребуют неустойку и возврат денег, в худшем случае его могут привлечь к уголовной ответственности за невыполнение условий контракта. Поэтому они, не считаясь с потерями, они атакуют с утра до вечера каждый день, включая вот и вчерашний, и сегодняшний день включая, они продолжают атаковать, не считаясь с потерями. Ну, я не знаю, рассказывал или нет, там был прецедент на Донецком направлении, когда российское командование запросило несколько часов прекращения огня для того, чтобы собрать тела убитых вот этих ЧВКшников с поля боя. Потому что количество убитых на поле боя было таково, что следующая атака, она просто не могла состояться из-за того, что невозможно было пройти по телам убитых людей. Вот даже до такого абсурда доходит, и да, они продолжают атаковать на Донецком направлении. А где же успех? Почему же в таком случае на Донецком направлении нет победы вооруженных сил России? Ну, потому что у нас уже хватает огневых средств для того, чтобы усилить нашу пехоту и поддержать ее огнем. Во-первых, мы там закрепились, довольно хорошо закрепились на этих рубежах. И мы их уже удерживаем, ну, скажу так, больше месяца. Последнее продвижение в направлении Бахмута было где-то в первой половине августа. Сегодня уже практически середина сентября, и мы не сдвинулись ни на километр, ни на одном направлении. Ни в районе Солидара, ни в районе Бахмута, ни в районе Пески, ни в районе Авдеевки. Так что наши рубежи там довольно крепкие, плюс работает же постоянно дальнобойная артиллерия. Посмотрите, каждый день в районе Донецка и в районе Горловки горят склады. Каждый день. И уже российская артиллерия не может создать такую плотность огня, как это было, допустим, в июле месяце. То есть огневой вал по нашим позициям уже не получается. Есть отдельная поддержка. А, кстати, есть даже уже эпизоды, когда пускают в пехоту, в атаку, на штурмовые действия, отправляют пехоту без поддержки брони и без поддержки артиллерии. Поэтому успеха и нет, поэтому они буксуют на месте. Но задача стоит, видите, политика здесь, в данном случае здесь командует политика. Есть политическая задача захватить Донецкую область. И как когда-то пел Владимир Семенович Высоцкий, нам говорили, не нужна высота и не жалеть патронов. Вот они именно так и делают. А что у нас происходит на направлении Херсона? Картина ведь совершенно другая. Да, кстати, вот я бы отметил это Херсонское и Харьковское направление, это как два варианта введения контрнаступления. То есть вооруженные силы Украины способны вести боевые действия различными способами. Там идет пассивное контрнаступление. А именно, там собралась самая многочисленная и самая боеспособная группировка вооруженных сил Российской Федерации, которую они туда перебросили в результате вот этого маневра нашего генштаба в плане определения главного удара, направления главного удара. Там порядка 25 тысяч военнослужащих находится на правом берегу. Мы их заперли в огневом мешке. Сегодня мы контролируем все логистические пути, и каждый день любые попытки пересечь Днепр пресекаются нашей дальнобойной артиллерией, в том числе и реактивной. Ну, буквально вчера, сегодня еще данных пока не было, а вот за вчера был очередной удар по Антоновскому мосту, точнее, даже там не по Антоновскому мосту, а по тем паромным переправам, которые они пытаются
создать вдоль Антоновского моста. Они пытались там на баржах перевозить, мы потопили баржу вместе с техникой и людьми. Они сделали из понтонов и этот самый переправу и таскали их катером. Тоже вот вчера мы его тоже потопили. И группировка начинает, а на правом берегу наносится, ну я ниже приведу, могу вам привести количество складов боеприпасов и командных пунктов, пораженных за неделю, статистику, вот, в период там, с 5 по 11 сентября. Вот. И я вам скажу, что основной удар, процентов 80, приходится на правый берег. И сегодня проблема. Сегодня на правом берегу российских войск снарядный голод, нехватка боеприпасов и нехватка топлива. Плюс личный состав до последнего солдата прекрасно знает, что путей отступления с правого берега нет. И, кстати, вот мы в начале, когда начинали эту операцию на Херсонском направлении, многие сомневались, говорили, да что, мы не идем вперед, почему не наступаем. А сегодня она дает свои плоды. Сегодня командиры среднего и младшего звена сами отводят российские войска от линии фронта на некоторых направлениях на несколько десятков километров. Объясню почему. Низкий моральный дух и отказ от дальнейших боевых действий приводит к тому, что бойцы начинают просто уходить с линии фронта. Уходить. И поэтому, если они их не отведут сегодня, они завтра сами встанут и уйдут. Но если они встанут сами и уйдут, это будет потеря управления войсками. Если их отведет командир на несколько километров от наших позиций, от линии фронта, тогда он может еще сохранить на какое-то время управляемость этих войск. И вот этот уход с линии фронта на Херсонском направлении начал принимать массовый характер. Сначала российское командование применило вертолеты для поиска групп. Ну, они их называют дезертирами, но вы знаете, я бы не стал, потому что нет юридического основания назвать их дезертирами. Это отказники, это добровольная основа. Вот. Они начали искать эти группы отказников с помощью вертолетов, чтобы отловить и вернуть их, заставить вернуться на позиции. Но, видимо, это не имело эффекта, плюс, видимо, расход ресурса для вертолетов слишком дорого. И мы знаем, что в середине прошедшей недели на правый берег было отправлено порядка 1300 бойцов Росгвардии чеченского происхождения. Ну, в России их почему-то называют все кадыровцами. Так вот, я думаю, а так как они не пехота, которая воюет в окопах, я думаю, что, скорее всего, их задачей будет... Они же должны, как один из правоохранительных органов, поддерживать правовой режим и организовывать комендантскую службу как на территориях Российской Федерации, так и на оккупированных территориях. Так вот, их задача, скорее всего, и будет прочесывание местности, отлов отказников и попытка их возврата на линию фронта. То есть там вот такая вот ситуация. И вишенка на торте – это вчерашний день. Вчера мы получили официальную информацию от оперативного командования Юг Вооруженных сил Украины о том, что командиры, опять же, среднего звена ищут контакты с спецслужбами Украины для того, чтобы обговорить условия сдачи в плен. Так что вот там, вот таким образом идет контрнаступление на Херсонском направлении. Учитывая, что российская армия показывает свою, мягко говоря, недееспособность, и уже стали появляться, а как их еще назвать, как не заградотряды из кадыровцев. Последний аргумент, ядерная кнопка, он вновь актуален? Пора бояться? Или можно принять во внимание, что и здесь тоже блеф? Я думаю, что здесь тоже блеф. Ну, во-первых, мы видим, что на сегодняшний день не Путин руководит Российской Федерацией, а руководит уже пропагандистская машина, которую он создал. И это первый момент. Второй момент, есть четкое понимание стран Запада, коллективного Запада, об использовании в этой войне, о попытках использования в этой войне оружия массового поражения. Не только имеется в виду ядерного, а вообще оружие массового поражения. Россия предупреждена, что может быть нанесен даже превентивный удар со стороны стран, таких стран, как, допустим, Великобритания или Соединенные Штаты, вот, в случае попытки применения оружия массового поражения.
Это первый момент. Второй момент, вы же поймите, тактическое ядерное оружие создавалось для уничтожения большого скопления войск противника в районах сосредоточения или для организации бреши в глубоко эшелонированной обороне противника. То есть, а что такое глубоко эшелонированная оборона? Это, допустим, когда армейский корпус или армия сидит в обороне, и там 6-8 линий траншей, которые создают вот эту, и плотность войск огромная. Тогда да, тогда тактический ядерный удар делает брешь где-то в порядка 20 километров шириной, через который потом, через эпицентр ядерного взрыва, основные силы наступающих войск входят в этот прорыв и развивают направление по флангам из тыла, по флангам противника. Это тактика ведения. А сегодня, ну, при такой низкой плотности войск и при малой мощности зарядов, это бессмысленное мероприятие. Это только на как бы включение тех санкций, это повлечет за собой включение тех санкций, которые, допустим, обвалят экономику России в течение недели. Я имею в виду полное отключение от СВИФТа, я имею в виду заморозка выплат Российской Федерации за энергоресурсы, то есть прекращение поступления валюты в страну полное. Ну и там еще есть ряд санкций, которые могут сильно повредить экономику России. Поэтому я думаю, что это полный блеф. Вот. Тем более, что даже с Запорожской атомной станцией, несмотря на то, что они решили пойти по принципу так, как бесприданница, так не доставайся ты никому. В том плане, что они не смогли переключить эту станцию на российские энергосистемы, они просто сделали все, чтобы автоматика отключила реакторы от сети и начала переводить эти реакторы в холодный режим или в режим холостого хода. Что сейчас, кстати, и происходит на станции. Два дня назад автоматически отключился последний шестой реактор от энергосистемы Украины. Но сейчас МАГАТЭ контролирует, ситуация с радиационной обстановкой на станции более-менее нормальная и не вызывает угрозы. Поэтому я думаю, что все-таки ядерная кнопка остается блефом. То есть, иными словами, войну выиграть не получится, а России после этого конец, если вдруг кто-то этой ядерной кнопкой воспользуется. Да, если кто-то попытается только... Я так понимаю, что и агентурная разведка, и там все виды остальной разведки на сегодняшний день особое внимание уделяют и местам хранения ядерных боезарядов, и тем разговорам, которые... Помните, когда-то в начале лета начальник Главного управления разведки Украины генерал Буданов сказал, что после окончания совещания у Путина мы через 5 минут знаем уже, у нас на руках стенограмма заседания. Ну, может быть, где-то немного преувеличил, разведчики тоже любят это дело, но в любом случае, я думаю, что в его словах есть доля правды в том плане, что, ну, если не стенограмма, то основная суть разговоров известна не только нам, но и западным разведкам. Олег, и тем не менее мы видим, что продолжается, помимо всего прочего, неаккуратное обращение с огнем, и к вам, как к человеку, осведомленному о действиях Генштаба Вооруженных сил Украины, что-то происходит в Ростове, на Белгородчине, в Курской области. Почему там постоянно что-то где-то горит? Вы знаете, в Российской Федерации очень слабое законодательство по борьбе с курением. Вот в Украине жестко, нигде нельзя курить, а у них можно. Поэтому я скажу так, что вот то, что в Ростовской области, кстати, вчера буквально был мощнейший взрыв, что слышно было от Таганрога до Ростова-на-Дону. Что там такое взорвалось, даже мы еще до сих пор не знаем. В Белгородской области то же самое. То там обстреляет блокпост, то еще что-то. Мы не выходим, понимаете. Политика Украины сегодня, мы не ведем боевых действий по территории сопредельных государств. Не отвечаем по территории Белоруссии, несмотря на то, что Белоруссия предоставляет свою территорию для российских войск и для нанесения ударов по нашей территории. Вот. Поэтому скажу так, что им надо разобраться внутри себя. Кто там курит в неположенных местах, почему это все взрывается. Почему падают ракеты в Белгороде, я уже объяснял, повторю и для наших зрителей.
что Российская Федерация начинает использовать ракеты очень старые, еще, скорее всего, советских времен выпуска. И вот то, что ракета взлетает и на начальном участке траектории, или на активном участке траектории, пока работает маршевый двигатель, начинается совершать непонятные маневры, иногда возвращается обратно, иногда просто падает на землю и взрывается, это говорит о технической исправности этих ракет. То есть они либо было нарушение режима хранения, либо это был заводской брак. Я не исключаю ни ту, ни другую версию. Поэтому эти ракеты, помните, как говорил Папандополо, говорит, один пулемет, гад, бьет по своим. У второго ствол кривой, а третий вообще не стреляет. А так пулеметов у нас хватает. А почему вооруженные силы Украины постоянно через Сумскую область стреляют по Курской области, по деревне Теткино? Ну, это вообще загадка. Самое интересное, что я сомневаюсь, что мы туда можем достать. Не знаю, чем не угодила им деревня Теткино, что в ней такого важного, что там постоянно либо взрывные работы, либо какие-то непонятные ситуации со взрывами происходят. Но скажу так, что в принципе, если верить пресс-офицеру Министерства обороны России, который там объявляет о результатах хода этой специальной военной операции, то он сказал, что якобы Украина запустила больше 100 диверсионно-разведывательных групп на территорию Российской Федерации. Вот. Я не знаю, откуда у нас столько этих самых разведывательных групп и как они снабжаются, вообще из области фантастики. Вот. Но, тем не менее, мы еще раз повторим, мы не ведем. Нас там нет. Вот скажу так, российский девиз переставлю на нашу сторону. Как они всегда говорили, их там нет. Так вот я скажу, что нас там нет. Поэтому что у вас там взрывается, что в России взрывается, это очень, очень такой вопрос животрепещущий. И вам надо ответить на него, россиянам надо ответить на этот вопрос самостоятельно, самим себе. Ну, кстати, в Теткино там старый дореволюционный спиртзавод, и в одном из сараев там хранится бюст Сталина, довольно крупный, если что, можно будет его вернуть. А вот за прошедшую неделю было много политических событий, состоялся Рамштайн, в Англии все кувырком, и король новый, и премьер-министр, и Кадыров выступил с заявлением, кажется, он собирался то ли Харьков взять, то ли Киев, там, то ли за 5 минут, то ли за 3 часа. То есть очень много интересного, и на этом фоне вопрос к разведке ВСУ. А вы не в курсе, где там наш министр обороны российский, Шойгу? Потому что нужны разведданные, чтобы определить, где же он и чем занят. Ну, Шойгу на месте, нашлась пропажа. И я напомню, что на этой неделе закончились учения «Восток-2022», которые Россия постаралась провести как международные, и там довольно большая география стран принимала участие. Ну, правда, от 50 тысяч заявленных участие приняло всего лишь 15 тысяч военнослужащих. Некоторые страны ограничились просто присутствием своих военных представителей, такие как Никарагуа, Индия там, и другие страны. Вот. И еще хочу, вот, допустим, за «Восток-2018» учения, которые проходили, там привлекалось, для сравнения, тогда привлекалось 300 тысяч только со стороны Российской Федерации. В этом году заявлено 50, привлечено 15. Так вот, в ходе подведения итогов этих учений нашелся Шойгу. Он был на командном пункте вместе с Путиным, и прекрасно они ворковали, как два голубка, рассматривая в бинокль с командного пункта ход, показательное выступление участников учений с боевой стрельбой. Вот, и, кстати, нашелся и генерал Герасимов, начальник генерального штаба, который сидел чернее тучи. Видно было, что он в опале, потому что Путин зашел и даже не протянул ему руку, не поздоровался. Делал вид, что Герасимова он не видит в упор. Хотя тот находился рядом, пытался изобразить какую-то командную деятельность, там поднимал трубки телефона, что-то говорил. Вот. А Путин общался с Шойгу. Ну, надо понимать, что Шойгу не министр обороны. Вот это главное. Он же не командует министерством, он занимает место.
чтобы это место не было занято кем-то другим. Он друг Путина, насколько я понимаю. Все там какие-то поездки на Валдай, там шаманские обряды, они все делают вместе. Посмотрите, на командном пункте у них прекрасная беседа, перешептывание. Что там делают войска на поле боя, Путину абсолютно все равно. Для плезиру взял бинокль, посмотрел вдаль, и что он там увидел, трудно сказать, потому что была очень плохая погода и, скорее всего, плохая видимость. Шел дождь и довольно сильный ветер. Ну, судя по бедным журналистам, которых выгнали на улицу, они стояли там на балкончике, пытаясь заснять это все на камеры. А он потом, весь остальной репортаж, он с Шойгу перешептывались там о каких-то своих делах. Вот с улыбкой на устах, так что все нормально у Шойгу. За Шойгу бы вот я меньше всего переживал. Путин его вряд ли пустит под нож в плане там снятия с должности. А вот генералитету, я думаю, что стоит довольно сильно напрячься. Почему? Потому что вот наше контрнаступление на Харьковском направлении запустило в российском политикуме, запустило необратимые процессы. Почему? Потому что общество стало понимать, что операция идет не по плану, это точно. Она сильно затянулась, и плюс российская армия проигрывает в этой операции. Естественно, извечные российских два вопроса, кто виноват и что делать. Так вот, сегодня в российском политикуме начинает вставать на повестку дня и становится вопросом номер один, кто виноват. И я вам скажу, что ситуация настолько, на мой взгляд, будет усугубляться в ближайшее время, что если Путин не раскроет в ближайшие несколько недель генеральский заговор по саботажу проведения специальной военной операции, что-то на примере того, что сделал Сталин перед войной, когда расстрелял Тухачевского и еще ряд военноначальников. Так вот, если Путин не раскроет такой заговор, то вот эти генералы могут раскрыть заговор о том, что они уже сейчас начинают риторику, что мы не виноваты, мы выполняли приказ. А кто виноват? Тот, кто отдал этот приказ. А приказ отдавал верховный главнокомандующий, фамилия его Путин. Вот. И еще одна тенденция на этой неделе, я считаю ее там на уровне, наверное, очень значимого события. Почему? Потому что Путин отдал распоряжение олигархам, но это инсайдерская информация, опять же, не подтвержденная официально, но говорят, что из Кремля поступила команда, чтобы каждый олигарх начал готовить частную военную кампанию. Это говорит о том, что мобилизацию они объявляют боятся, это может вызвать социальный взрыв, это признание будет поражения российской армии в Украине. Формирование добровольческих формирование резервов на сегодняшний день провалено. И чем дальше идет война, тем меньше желающих подписать контракт с вооруженными силами России. И мобилизация добровольцев. Помните, мы говорили с вами про 50 добровольческих батальонов, которые якобы должны были сформировать местные советы по всей территории Российской Федерации. Они должны были быть сформированы к середине августа. Сегодня середина сентября. Батальонов нет. Значит, мероприятие провалено. Теперь шаг за олигархами. Путин хочет, чтобы олигархи собрали частные военные компании. И обиженные олигархи, которые находятся под санкциями и лишены своих западных кошельков, должны теперь за свои российские кошельки нанять и содержать частные военные компании. Вы представляете, что произойдет, если они встретятся с такими же обиженными генералами, которых не сегодня, а завтра могут поставить, ну, условно, поставить к стенке. Кстати, блогеры дошли даже до такого изголения, что вспомнили, как расстреливали в Первую мировую. Они требовали расстрела Шойгу и генералов, я имею в виду российские блогеры, по поводу бегства российской армии в Харьковской области. И говорили, что расстреливать надо, как в Первую мировую, в исподнем, чтобы одежду не портить. Вот. Так что, если вот эти генералы встретятся с олигархами, то они могут вместе задать вопрос Путину, а кто же виноват. По разведданным Генштаба ВСУ, российские генералы уже действительно начали всерьез матом посылать главнокомандующего Путина. Ну, есть такая информация, что да, что два прецедента было между... Дело в том, что, смотрите, Путин на сегодняшний, по разведданным, это официальная часть,
Путин на сегодняшний день старается управлять вот этой операцией сам, войной сам. Он заслушивает. Смотри, Шойгу же не министр. Это, кстати, еще одно подтверждение вот того моего заключения. Герасимов на сегодняшний день в опале отстранен от управления войсками. И Путин заслушивает оперативный уровень сам. То есть командармы отчитываются и командующие группами армий отчитываются Путину лично о состоянии дел на фронте. Вот. И именно это говорит о том, что эти... Он лично управляет этим, на сегодняшний день этим процессом. Вот. Поэтому генералы понимают, что завтра всех собак, или уже даже сегодня начинают всех собак вешать на них. Поэтому, да, есть, ну, вот здесь уже начинается инсайдерская информация, неподтвержденная, о том, что один из генералов оперативного уровня при докладе Путину начал грубить, и на вопрос, вы что, пьяны, он его послал и бросил трубку. Вот. И второй, то, что на совещании представитель генштаба, на совещании в режиме видеоконференции у Путина по состоянию дел на фронте, якобы сказал фразу, что вы проиграли, Владимир Владимирович. А перед этим сказал, что на вопрос Путина по поводу дальнейшего продвижения российских войск вглубь Украины, он сказал, что наша армия не только потеряла способность наступать, но скоро потеряет способность обороняться. И дальше добавил, вы, Владимир Владимирович, проиграли. Вот, такие, действительно, есть такой прецедент, и такая информация на сегодняшний день гуляет в социальных сетях. Рамштайн чем закончился? Скажу так, что, к сожалению, ну, с военной точки зрения правильно, я это поддерживаю, но, к сожалению, с точки зрения обывателя и гражданина, все результаты, основные результаты Рамштайна на сегодняшний день засекречены. Но, судя по заявлениям и западных политиков, и наших политиков, я скажу, что на этом Рамштайне, скорее всего, был достигнут не только консенсус, но и прорыв в осознании того, что нам надо дать как можно больше и как можно быстрее те вооружения, которые мы просим для победы нашей армии над Российской Федерацией. И, видимо, такие договоренности достигнуты. Сейчас в Европе ломается мнение среди политиков, все политики определяются, с какой стороны они баррикады. Кстати, очередь доходит уже и до таких радикальных политиков или радикально настроенных политиков, как Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии. Я так понимаю, ему сейчас будет поставлен ультиматум, чтобы он определился, где он, с Европейским Союзом или с Российской Федерацией. Сербия успокоилась и ушел с повестки дня вопрос косовский, которые они пытались месяц назад там раздуть чуть ли не до войны между Сербией и Косово, потому что поддержка Российской Федерации исчезла как-то очень быстро. И плюс то, что Ллойд Остин заявил, вот самое главное, это, по-моему, итог, самый главный итог Рамштайна, то, что Ллойд Остин, министр обороны США, заявил о том, что помощь должна быть большая и постоянная. Так что, кстати, Ллойд Остин после Рамштайна поехал в европейское турне и впервые в истории, наверное, Соединенных Штатов, когда действующий политик такого уровня, как министр обороны, похвалил вооруженные силы Украины, ну, будем так говорить, похвалил вооруженные силы иностранного государства. Обычно это делают экс-политики, экс-глава Пентагона, экс-министр обороны, там, экс-глава Госдепа. А тут действующий министр похвалил вооруженные силы Украины за прекрасно проведенную контрнаступательную операцию. Ну, с точки зрения логики, я понимаю, он с одной стороны похвалил вооруженные силы Украины, а с другой стороны он похвалил сам себя. Потому что кто дал оружие Украине? Соединенные Штаты. Кто сорганизовал Рамштайн? Соединенные Штаты. Кто поддерживает Украину, Соединенные Штаты. Поэтому это примерно так звучало. Украинцы, конечно, молодцы, но кто еще молодец? Я молодец. Вот примерно так можно оценить итоги Рамштайна. В любом случае, мы понимаем, что сейчас ситуация с поставками должна кардинально измениться.
Есть какое-нибудь предположение, как будут дальнейшие события и взаимоотношения с Англией развиваться? Ну, тут у нас отношения с короной будут только улучшаться. Почему? Я вам даже скажу, что нам в некоторой степени может быть даже лучше, что пришла Лиз Трасс. Почему? Потому что она, кстати, более радикально настроена на помощь Украине и более радикально настроена против Российской Федерации. Поэтому в этом плане, я думаю, что будет и улучшение отношений с британской короной. И, кстати, даже, смотрите, она все свои обещания, которые она давала до назначения, она выполнила. Одной из первых она высказала поддержку Украине, и она первый телефонный звонок в качестве премьер-министра сделала президенту Украины Владимиру Зеленскому. Вот. Визит свой первый намечают вместе с Борисом Джонсоном. Она должна прибыть вот на следующей неделе, должна прибыть в Киев с визитом, как бы для ознакомления, или, я думаю, так, для принятия дел. Ну, у нас, кстати, если вы обратили внимание, то Великобритания на сегодняшний день она главный триггер помощи Украине. Вот если Соединенные Штаты это главный донор и главный поставщик, то Британия это главный идеолог всей поддержки и поставки и помощи Украине. Сейчас, когда на Харьковском направлении открылся удивительный совершенно российский ленд-лиз, вы получили очень много трофеев. Ну, кстати, там же вдруг и мелькнул ГАЗ-51, выяснилось, что российская армия бросает музейные экспонаты. Но в целом по захваченному оружию, как вы оцените уровень технического оснащения российской армии? Потому что мы помним, что до Т-34, конечно, дело не дошло, но ППШ уже был, Мосинка вернулась, пулемет Максима тоже есть, кирзовые сапоги мелькали, ГАЗ-51 наконец-то тоже сейчас вернется в экспозицию музея. Вот этот ленд-лиз, помимо современного оружия, он показал какой уровень российской армии? На Харьковском направлении это была сборная солянка. Это было очень много было танков Т-80, то есть советских, и очень много было танков Т-72. Встречались БТРы 80-ки, не 82-е. Вот ГАЗ-51, да. И я не удивлюсь, что если в ближайшее время появятся ЗИЛы 157-е. Их, кстати, на хранении на НЗ очень много. И вот они могли лучше сохраниться, чем, допустим, машины, поставленные в советские времена. Потому что когда их ставили в 60-е годы в 70-е на длительное хранение, тогда качество выполнения работ было намного лучше, чем в последующем перед развалом Советского Союза. Поэтому сборная солянка, скажу так, по технике и вооружений все, что нашли. И вот это, кстати, еще одно... Один момент, который удивляет, потому что все-таки Западный военный округ, передовой округ России, и тот, как я говорю, должен был противостоять блоку НАТО. Мы думали, что будет намного лучше. У нас, кстати, вот 72-ки, мы даже не срезаем эти мангалы, которые они наваривают решетку сверху, это у них антиджавелиновое покрытие танка, я бы так это назвал. Вот. Мы его называем мангал. Так вот, у нас уже в составе наших подразделений ходят Т-72 вот с этими мангалами. Это трофейные танки. Война продолжается. Генерального штаба полковник Олег Жданов с анализом прошедшей недели по дням. Впереди у нас еще одна такая же горькая неделя с победами и поражениями, с неизбежными жертвами, которая в конце закончится таким же точно анализом. Спасибо. До свидания. До свидания.